зовут Александр Ивашко. Я являюсь руководителем производственного цеха номер один специального конструкторского технологического бюро с опытным производством. Сотрудники нашего подразделения занимаются изготовлением деталей и комплектующих для действующих промышленных образцов. Также перед нами стоит задача выпуск масштабных действующих моделей. Модели используются на выставках для демонстрации концепции нашей идеи. Мы постоянно расширяем производство, увеличиваем количество оборудования и заинтересованы в подборе высококвалифицированного персонала. Найти сегодня высококвалифицированных профессионалов крайне затруднительно. Поэтому мы готовы подбирать кадры чуть выше среднего уровня и растить в них профессионалов, которые, естественно, будут давать впоследствии какую-то отдачу. В нашем секторе на сегодняшний день уже трудится 53 человека. Задачи у нас специфические, нестандартные, по которым зачастую просто нет международного опыта. Мы нестандартная компания вообще в целом. Мы создаем то, что никогда не было на рынке. Работая в нашей компании, научился ко всем задачам подходить творчески. Из основных навыков, которые я здесь приобрел, мог бы подчеркнуть умение расставлять приоритеты, анализировать принятые решения и своевременно вносить исправляющие алгоритмы. Потому что если мы что-то организовываем, мы должны видеть, что у нас на выходе. На выходе должен быть качественный продукт, должен быть результат в срок. Если ты не будешь анализировать деятельность, ты не добьешься на выходе правильных результатов. Когда мои друзья и родственники, близкие узнали, где я работаю и чем занимаюсь, у них был легкий шок. Они не понимали, что это, с чем едят, для чего это нужно. Ну, со временем, разобравшись, разделили мои интересы. А сегодня очень с большим ажиотажем следят за развитием нашей компании. За нами повышение качества. Каждый день все лучше, лучше и лучше, и лучше. На ступеньку выше. Получилось, значит, шагаем еще на одну. Получилось, значит, еще выше. Нет предела совершенства.